Мне очень жаль, что мы возобновляем какое-то с тобой отношение по столь трагическому поводу. Как события в России. It's a pity that the occasion for us to renew our contacts is as tragic as the developments in Syria. Мы, и вы знаете об этом с самого начала, с первых шагов на ваших, как спецпредставителя ООН и ЛАК, поддерживали и поддерживаем все ваши усилия, направленные на восстановление гражданского мира в Сирии. As you know for sure from the onset, from your very steps as a special envoy of the United Nations and the League of Arab States, we've rendered every support to all your efforts to restore normality in the country. Мы знаем, все мы знаем вас как очень порядочный и очень профессиональный человек. We all know you as a person of great decency and a great professional. Человека, который, безусловно, пользуется очень высокой популярностью. A person who is definitely extremely popular in the world. Но не только популярностью, но и доверием. And you, not only do you enjoy the world's popularity, but you also enjoy great trust. Хочу вас заверить в том, что будем делать все, что от нас зависит, чтобы поддержать ваши усилия. So I can assure you that we shall do our utmost to support all of your efforts. Happy to be back in Moscow. But as you said, I wish it was a better occasion. And my good friends, again, I have discussed that I have to come back when I'm not carrying such a heavy load. And I hope I will have the opportunity to do that. Господин президент, действительно, я очень рад вернуться в Москву. И, как вы справедливо отметили, действительно печально, что поводом для моего возвращения в Москву стали трагические события в Сирии. Как мы уже говорили с моим хорошим другом Сергеем Лавровым, я надеюсь когда-нибудь вернуться в Москву, когда на моих плечах не будет лежать такое тяжелое бремя. The Syrian crisis is at a critical time, and I'm pleased that we have this opportunity to discuss it. Сейчас сирийский кризис находится на перепутье, сейчас ключевой поворотный момент. Я очень рад, что нам представится возможность обсудить все эти вопросы. Господин президент, действительно, я очень рад вернуться в Москву. И, как вы справедливо отметили, действительно печально, что поводом для моего возвращения в Москву в их плечах не будет лежать такое тяжелое бремя. Сейчас ключевой поворотный момент. И я очень рад, что нам представится возможность обсудить все эти вопросы.